Вау. Ну, вы знаете, мы бы могли с ним совершать много Правосудие. интересного. Вершить правосудие вдвоем. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я Екатерина. Очень рада видеть вас здесь. Взаимно. Скажите пару слов о себе. Меня зовут Александр Кальмин. Работаю в театрах. Занимаюсь стримами, сотрудничаю с игроманией. Вообще, я по основной деятельности я актер мюзиклов. А мюзикле «Привидения»? Так. Почему вы не сыграли Сэма? Короче, ребята, мюзикл «Привидения» шел в театре МДМ. Сезон 2017-18, и я исполнял в нем партию с кавера Сэма и ансамбль. Кавер подразумевает под собой такое понятие, как если состав не может сыграть, то выходит кавер. И у нас так получилось, что состав мог. То есть вот два человека, кто играл Сэма, Уита, Андрей Бирин и Павел Левкин, они играли. И когда случился тот момент, что, к сожалению, потому что все-таки здоровье наше, у Павла случилась травма прямо на сцене, и Андрей Бирин, мы знали, что не может выйти. И вот это значит, что вот, значит, все, я выхожу через 2 дня после выходных, и у меня в этом спектакле смещение позвонка. И все так: «Уа-уа-уа-уа». Срочный ввод Ивана Рака и... пожалуйста. Так получилось. Так получилось. Жалею ли я об этом? Наверное, не знаю. Мне кажется, меня что-то отвело просто от этой роли. Может быть, не надо было. Может... Но она была сдана. То есть у нас была официальная сдача, и мы уже были готовы выходить. А просто там... так получилось. А там не дается, может быть, там 5 спектаклей, ну, как каверу? Ну, попробовать себя. Слушайте, в разных проектах по-разному. Ну вот в этом проекте, то есть в некоторых проектах прямо обязаловка, там кавер выходит 2 раза в месяц, чтобы не забыть роль. Но у нас была система, что мы постоянно просто поддерживали репетициями состояние роли, и чтобы быть готовым выйти в любой момент. И этот момент настал, и, видимо, я слишком долго ждал. И что-то пошло не так. Вот, кстати, да, рекламка, пам-пам, шоу, которое пошло не так, Дмитрия Богачева. Если бы вы были невидимкой, то куда бы вы пошли? Наверное, 10 лет назад я бы сказал, я бы пошел, там, не знаю, в женский волейбол. Там, ходить, смотреть, наблюдать. А сейчас бы я бы, наверное, просто бродил. Я бы зашел в Государственную Думу. Путешествовал на самолетах невидимкой. Я бы, наверное, походил по миру, попутешествовал бы, наверное. С целью развеяться, как-то получить новые эмоции, впечатления. Теперь о мюзикле «Бал вампиров». Ох ты, давайте, что-то неожиданное. Когда вы бежали по залу, вам подножки подставляли когда-нибудь? Когда я бежал по залу? Да, от Герберта. От Герберта. Или... Не, обычно все в шоке убирали ноги наоборот. А. Если вы про Москву. Потому что... А в Питере там не до ног, там же ты пытаешься просто втиснуться между рядами, вот так пробегать. Да. Там же куча подставных стульев, и чтобы пройти, у нас, ну, там есть 40 сантиметров, чтобы пробежать. То есть ты бежишь так в припрыжку, перебирая руками по бортику. Не, подножки не подставляли, иногда бывало, что наоборот, такие: давай, давай, беги, беги, давай, мы за тебя там. Не знаю, забавно, в Петербурге, например, на репетициях, там, когда кто-то, например, прогонялся, обычно, да и в принципе в Москве тоже было, мы обычно всегда вытягивали так руки, давай, и там Альфред прибегал, давал пятюньки. Но нет, слава богу, подножки. Да там с такой скоростью бежишь, что там уже не бежишь, а подлетаешь. Ну к тому же в Москве надо было больше бегать, 3 раза круг был. Поэтому там, как-то, не знаю, бежишь, думаешь, а как бы вообще выжить и дожить бы до того, чтобы добежать и не умереть. Вот, к тому же побегу предшествовала наша забавная сцена танца. А тут же ведь еще просто так же не устоишь, страшно же все-таки.
Вампир гей перед тобой, господи, так это же жутко страшно. И вот с этой мысли ты от него убегаешь. От вампира гея. Ребят, у нас очень толерантная программа. Я вот во все камеры сейчас смотрю, это правда. Но режиссерская задача была вот именно такой. Тебе страшно от всего. Поэтому приходилось бежать со всех ног. О чем вы думали в этот момент, когда бежали? Или у вас просто было надо убежать? От вампира гея. Да. Побыстрее. Подальше. Как можно скорее. Все. О чем тут еще подумаешь? Ну, о том, что нужно что-то купить в магазине, конечно, никогда таких мыслей не было. Вообще на спектаклях их нет. Обычно не думаешь о чем-то отвлеченном. Потому что если делать все по-честному, то эти мысли даже в голову не приходят. Даже если... Вот там... вы сейчас думаете, например, о яблоках? Нет. Ну вот, и потому что мы занимаемся делом. Но вот там точно так же, там ты об этом не думаешь. Поэтому как-то вот только здесь. Нет, ну когда... Вот самое страшное, на самом деле, в ежедневном прокате, когда там идет какой-нибудь 150-й спектакль подряд, самое страшное — приходить на шоу уставшим. То есть, например, не выспавшимся, или вот если у тебя какая-то усталость в теле. Это страшно, потому что ты знаешь, что будет дальше. Ты уже делал это 150 раз. А задача, чтобы каждый раз было как в первый раз. И если ты пришел уставшим, это просто, не знаю, там, шоу растягивается там, на 4 часа, на 6 часов. У меня было такое, наверное, раз 5 за весь сезон, за вампирский. Это были, не знаю, это были самые долгие дни в моей жизни. Это было жутко. Поэтому я всегда старался, я вообще, во-первых, больше нигде не работал. Тогда я постарался исключить все подработки из своей жизни. И вот прям была задача. Хочу проверить организм, а могу ли я играть так, что... В смысле, что завтра не будет шоу, завтра будет выходной. То есть каждый раз стараться как вот в последний... Ну, не в, как сказать, не в, не в последний раз, совсем уж сильно. Скорее, как раз в неделю. Вот у тебя одно шоу в неделю, ты как бы недельку копишь силы, выходишь, играешь, недельку опять копишь силы. И вот так я постарался, просто такую психологическую установку ставил, что завтра я не буду играть, завтра выходные, а завтра было еще шоу, или там завтра было два шоу. И вот весь год я просто очень боялся, что я буду болеть. Потому что я не знаю, у меня всю жизнь были проблемы с горлом, носом, там, не знаю, какие-то болячки ко мне бесконечно цеплялись. Вот, с детства. И тут я думал, что я буду очень сильно болеть, и нет, это все какая-то психосоматика. То есть, как только перестраиваешь мозг, оно все куда-то уходит. И это была такая театральная армия. Вообще, выдержит ли голос, а то говорят, тут в простонародье ходит, бытует мнение, что в Stage Entertainment голоса стираются. Ну, вот так говорят. В смысле, они лишаются? Ну, стираются, прямо такое понятие. Они, ну, как говорят, они стираются. То есть голос становится такой стабильно сиплый от того, что очень много работаешь. С другой стороны, все вокалисты, например, или там, артисты театра каждый день разговаривают, каждый день поют. Если они не играют там в спектакле, они репетируют. В чем разница? Нет разницы. Поэтому вот я развенчал этот миф для себя. Голоса не стираются. И год театральной армии прошла, я думаю, успешно. Как вы считаете, похожи ли вы с Альфредом? Ну, мне кажется, когда я надеваю его костюм, смотрю в зеркало, думаю, да, вот стоит. Стою я просто в другом костюме. Ну, а как мы с ним, может быть, не похожи? Ну, характером там. Может быть, что-то есть. Есть такая штука в мюзиклах, она называется кастинг. И как раз-таки в мюзикловых проектах чаще всего кастинг киношный. То есть человек должен подбирать, старается подобрать людей так, чтобы ему не надо было особо играть. То есть вот он вот какой есть, чтобы его можно было поставить в обстоятельства, и чтобы картинка вот была такая, какая должна быть. Поэтому часто мы можем видеть, что артисты на кастинг, они проходят в силу, ну почему, спеть может, сыграть может, но вот что-то вот не устроило режиссера, то есть что-то, может быть, не подошло. Хотя вот стоят два одинаковых артиста, допустим, там, одного роста, одного типа голоса. У обоих, допустим, есть какой-то опыт игровой. Но вот один в проекте, другой нет. Ну вот это вот типаж называется. И чаще всего, особенно в мюзиклах,
стараются, в идеале берут людей, которые вот прям вот точное попадание в роль уже изначально, вот какой он есть. Да, в Питере, когда вот мы сейчас ставили, продолжали ставить бал вампиров, Корнелиус Балтус мне уже говорил, что Саша, что-то ты подвырос с нашей последней постановки в Москве. Ну, потому что я же готовился к роли Сэма после вампиров, я же занимался, я как-то там перестраивал какое-то свое внутреннее состояние. И оно, конечно, дало отпечаток. И поэтому в момент постановки вампиров в Петербурге пришлось как-то возвращать себя вот в это вот первоначальное состояние. Вот. Про что мы говорили? Про типаж. Да. Да. И да, я уже боюсь где-то внутри, что, наверное, внешняя картинка, может быть, уже не так сильно совпадает, как, допустим, был до этого. Хотя мне изначально говорили, что я чисто типажно, например, как Альфред, немного не типаж, потому что я выше, чем среднестатистические там Альфреды Европы. То есть они все как... Идеальный Альфред — Сережа Денисов. Вот прям идеально. Вот рост, голос, внешность — это вот прям почему он и из года в год продолжает находиться в бале вампиров, потому что он идеальный Альфред. Мы когда встречались с Романом Полански в Париже на пресс-конференции, он только зашел, как раз Роман, в аудиторию, в театре Магадор. Я подошел к режиссеру Корнелиусу Балтусу, говорю, я понял, почему вы Дениса взяли. Он такой, да. Потому что это вообще копия. Это вот, я не знаю, можете там потом под видео пост прикрепить Сережа Денисов и Роман Поланский. Просто такая уменьшенная, даже не уменьшенная, там, Сережа Денисов там 40-50 лет спустя. Вот это будет Роман Поланский. Все. И да, я получилось так, что я был повыше, но у нас и весь ансамбль был очень высокий в Москве. То есть я все равно, все были немного выше меня в основном. То есть либо такого же роста, либо чуть выше, там на 2-3 сантиметра. Когда же мы приехали в Петербург, как-то разом весь каст подуменьшился. Мне так, а почему все такие маленькие? И Корнелиус, Саша, что-то ты у нас вырос. Я говорю, подождите, стоп, стоп, тут ребята просто ниже, почему я в это, не я вырос. Ну вот. Какого еще персонажа из мюзикла «Бал вампиров» вы бы хотели сыграть? Вы серьезно сейчас спрашиваете? Да. Ну, графа, да? Нет, ну я бы Сару хотел сыграть с удовольствием, наверное. Потому что у нее идет взаимодействие, ведь у нее есть из реквизита губка, у нее есть из реквизита пена. Кстати, пена жутко химическая. У нас один раз Ирина Вершкова на каком-то из спектаклей случайно во время пения, она же там в пене вот сидит, руками размахивает, она вдохнула пену. Ну вот случайно во время вот того, как воздух набирается. Ну и человек получил химический ожог. То есть тут же, слава тебе, Господи, у нас... А как они тогда дышат, пока там поют? Если все в пене? Ну, они просто не вдыхают. То есть она как немножко на расстоянии. Вы же не вдыхаете, как пылесос, вам же в рот все не залетает разом, но вот обычно оно не залетает. А здесь просто так получилось, видимо, пена была слишком близко к рту, и во время вдоха вот оно попало, и там вот как-то все очень сильно обожгло. Вот. Ну, слава богу, все обошлось. У нас тут же был афониатор, там тут же какие-то заливки, тут же вот это все продезинфицировали. Вот, с пеной интересно поиграть. Несмотря на то, что у моего персонажа есть сумка, кол, молоток, там книжка, чеснок, распятие. И, ну, у Сары большая губка, я там с маленькой сидел, все, у нее-то есть большая. Вот. Ну, да, граф, нет, графа мне нет смысла играть, граф должен быть выше, чем я. Однозначно. Поэтому я об этом даже не думаю. Вот Герберт, почему бы нет, забавно. Мне вообще было бы забавно, если получилось, допустим, быть Альфредом и кавером Герберта. Ну, пока еще есть возможность. А то я чувствую, что скоро мне скажут, все, ты вырос. И ты думаешь, окей, ладно, может быть. Ну, почему Герберт и плюс Сол ночного кошмара. Или, например, деревенский дурачок. Мне кажется, прекрасная роль. Можно полетать на стуле. Ну, все, наверное. Профессор, вот. Главный, кого бы я хотел сыграть, это профессор. Потому что профессоров... Например, Сережа Сорокин, когда была первая постановка в 2011 году, сколько ему было лет? 20... Сколько сейчас, Сережа? Я буду врать сейчас. Я тоже. Года три. Ну, я так наобум скажу. Ну, допустим, Сережа сейчас 33, 4.
«Вампиры» были в 2011 году, 6 лет назад, то есть Сереже было, ну, например, 28-29. Я уже старше, чем Сережа. Поэтому вполне можно начинать. Каково это, когда партнер поет на немецком? Прекрасно. Немецкий — великолепный язык. Ну, там не сложно потом подхватывать там, текст как-то петь? Ну, сложно, конечно, спеть в рифму с немецким партнером, но дело тут, понимаете, тут дело не в словах, а если вы сейчас, я так понимаю, имеете в виду наших иностранных графов, когда вот мы играем с ними в Петербурге, тут дело в энергетике, которую не дают, тут все понятно. Тут какой-то идет вот эта вот петелька-крючочек, ты смотришь ему в глаза, и ты прекрасно понимаешь, что он от тебя хочет в данную секунду. Он тебя или запугивает, или хочет съесть, я не знаю, там. Или показывает тебе про этот, про таинственный Грааль. Все понятно. Тут главное быть вот здесь и сейчас. Все чувствовать, все слышать и понимать. И все получится. Что вы обычно делаете в перерывах между дневными и вечерними спектаклями? Раньше мы ели. У нас было не очень много времени, спектакль заканчивался первый в 4:30, в 7 начинался следующий, у нас было 2,5 часа. Главная задача была, чтобы голос успел отдохнуть, поэтому спать было, это было крайне опасно, хотя очень хотелось спать всегда. А почему опасно? Потому что ты, когда засыпаешь, оно все так подотекает. А-а-а. Мышцы расслабляются, и тонус пропадает. А нельзя потом проснуться и распеться? Ну, вот, например, смотрите, вы просыпаетесь с утра, у вас, допустим, отекшие мешки под глазами от того, что на ночь водички попили. Вот вы можете вот так вот быстренько их прогнать? Вот быстренько. Ну, относительно. Ну, относительно. Вот это относительно мешает. Вот здесь то же самое. То есть распеться можно так, ну, относительно. То есть, чтобы все это, вся вот вода отекшая, она чтобы сошла, это, ну, не 5 минут. Вот, поэтому надо как-то, не знаю, что мы делали, мы чем занимались. Мы ели, когда было тепло, ходили в парк гулять. Возле МДМ, за МДМом. В Питере особо не погуляешь. Не знаю, просто отдохнуть. А хотелось. Вы когда в парк ходили, костюмы снимали или? Да, конечно. А потом опять надевали это все? Да, естественно. Обычно костюмы сушатся в это время, висят. А, да? В сушильных шкафах. Они же насквозь мокрые. А через 2 часа новый спектакль. Конечно, костюмы сушатся. Через пару недель в театре «Московская оперетта» состоится премьера мюзикла «Граф Монте-Кристо». Скажите пару слов о подготовке. Подготовка, ребята, подготовка адская. Потому что нет времени на подготовку. Театр находится в каком-то, сейчас живет экстрим-режиме, потому что происходит вокруг куча спектаклей, постоянно заняты все площадки, нас выцепляют прям буквально в разное время суток на 2-3 часа. Ну, у нас уже случались прогоны, у нас уже случались какие-то общие, не знаю, ну, спевки, как это сказать, сборки спектакля. Я думаю, все будет хорошо. Вообще для меня очень ценно попасть в проект, который в этом году празднует свое 10-летие со дня постановки. К тому же мы все знаем, что в театр оперетты обычно, ну, не попасть. Как в него попасть? Как-то все свои постоянно играют и... Непонятно. Это не Stage Entertainment, который вот закончился, например, там очередной сезон, новый кастинг, непредвзятый, и люди проходят дальше. Здесь единицы, там, не знаю, Берин, Заусалин, вот в Каренину попали тогда. Все сложно. Особенно сложно, когда в моем случае я же не москвич, поэтому... Для меня вообще ценно поиграть в разных театрах музыкальных, московских. Такая, наверное, внутренняя мечта, в которой я так ставлю галочки. Так, есть, тут поиграл, тут поиграл, тут поиграл. Получается, театр мюзикла, стейдж,
Сейчас вот будет театр оперетты. Как раз таки первый театр в России официально, ну, считающийся, который поставил мюзикл официально. Это мюзикл «Метро» в 90-м каком? Могу наврать, наверное, в 7-8 году. Вот. Самые, получается, большие затронуты будут. Но еще пока рано говорить, надо выйти вот первый раз, вот тогда можно будет галочку поставить. Но я очень, у меня внутри все трепещет от этой мысли, на самом деле, правда. Мне очень приятно, что это все происходит. А как вы считаете, почему именно вас пригласили на роль? Меня пригласили не одного, у нас же был кастинг. Он был закрыт. То есть вот вы звали артистов, мы приходили, нас слушали, и все, как-то потом выбирали. Просто не было открытого кастинга как такового. Официально, что в театр оперетта объявляет кастинг. Нет, ну, у нас было определенное количество. Вот, мы слушались парами, одиночно, там, на разные роли слушали разных людей. И вот, и потом мне позвонили, сказали, мы хотим вас утвердить, мы вас утверждаем, если вы не против. А вообще так получилось, что после первого спектакля в Мускомедии, в петербургской, «Вампиров», вот сейчас, вот этого блока летнего, через 2 дня звонок, говорят, здравствуйте, Саша, вас там беспокоит Жанна. Я говорю, хорошо, Жанна, ну, наверное, какая-то Жанна, которая меня беспокоит. И Жанна мне говорит, Саша, мы хотим вас позвать в наш мюзикл «Монте-Кристо». И у меня первая мысль, о, только отпремьерились в «Вампирах», и меня, наверное, в театр Мускомедии хотят пригласить, может быть, прослушаться или как-то. Говорят, вот на роль Альбера. У меня мысль, классно, с Игорем Кролем будем в составе. Ну, как мы с ним и так уже сколько, как-то вместе все. В составе там, в «Вампирах» играли, в «Иосифе» как-то мы вместе братьев играли. Думаю, классно, ну здорово же, вот же оно. Вот, и я говорю, да-да, хорошо, я свободен, у меня сейчас сезон как раз относительно свободен. Говорит, ну хорошо, вы тогда там посмотрите в интернете запись Постоленко. Я говорю, простите, с Александром Постоленко? Да. А, вы из московской оперетты? Да. Да, у меня свободен сезон, конечно же, посмотрю. Это была очень забавная ситуация. Вот, но потом мне прислали, конечно, материалы, и потом было уже прослушивание. Но это прям в одночасье. Я так, стоп, московская оперетта? Что? Да, конечно. Вау. Вот так. Совсем недавно, 2 дня назад, состоялся концерт Ивана Ожогина и Дрюсерича. Да. Расскажите немного о нем тем, кому не посчастливилось туда попасть. Это был концерт бомба. Я фанат Дрюсерича. Я честно говорю, признаюсь, я фанат. Я слушаю его записи, не знаю, уже лет 5, может быть, 6. Все началось с того, как я наткнулся в интернете на его «Гефсиманию», где он исполнял с оркестром, видимо, это была одна из концертных версий, которая, пасхальные концертные версии, вот эти, которые сейчас в Европе у них проходят, и Дрю очень часто там участвует. Кстати, у него спрашивал, сколько раз он принимал участие в «Иисусе» вообще разных стран. И могу сейчас соврать, но там что-то было около, не знаю, 15-20 постановок, включая бродвейские постановки, включая европейские постановки. Вот. И вот с «Гефсимани» началось мое знакомство, потом я услышал его «Иуду», я вообще... Что? Это вообще легально? И да, и потом уже посмотрел «Рудольфа», и вообще огромное количество всего. Вот, и летом, когда я узнал, что будет концерт, я... написал Ивану Ожогину. Но я знал, что уже был концерт у него с Серичем. Я написал, отправил аудиосообщение. Здравствуй, Иван. Я знаю, что у вас будет концерт с Дрю Серичем. Если вдруг вы будете набирать вокальный ансамбль, если вдруг, то я в первых рядах. Вот прям, вот безо всяких вот вообще мыслей. На что мне было, пришел ответ из разряда «хорошо, если что, там, ну, будем иметь в виду». И потом вот в сентябре мне написали, что, в общем, если мне ничего не поменялось, то welcome.
да, боже, да. А дело в том, что я и так собирался ехать на концерт, в любом случае смотреть. Но решился отправить Ивану сообщение с целью, а почему нет? Я могу посмотреть либо из зала, либо, может быть, а вдруг получится, я смогу на Дрюсерича смотреть на расстоянии вытянутой руки и слушать вот его вот прямо вот здесь. И сработало. Это вот, мне кажется, тот случай, когда, не знаю, сам не пошевелишься, никто тебя не пошевелит. И, не знаю, мне кто-то может сказать, что вот, там опустился до бэк-вокалиста. Говорите все, что угодно. Я хотел смотреть Сэрича, и я его посмотрел. Черт побери, я пел с Сэричем на одной сцене. Офигеть! Это вообще, это я не знаю, спасибо. А как вам работало с Дрюсеричем? Он очень позитивный человек. Он какой-то, у него невероятно какая-то вообще бешеная энергетика. Он постоянно готов ко всем предложениям. Он приходил на репетициях, ребята, всем привет, там Саша, там все остальные. Я с ним познакомился, кстати, в июне, еще в июне я ездил в Вену смотреть «Бал вампиров», и мы там познакомились на бэкстейдже с Дрюсеричем как раз. Пофотографировались, поболтали. Вот, я сказал, что я как раз играл Альфреда, там, эй, там со всем кастом сфотографировался. Вот. И сейчас ему, конечно, было очень приятно, когда он такой, о, Саша, там, hello. Я, конечно, не скажу, что я прям владею английским языком, но таким разговорным каким-то я, то есть, могу спокойно там ехать в Европу в одиночестве и общаться, если что, с людьми. Поэтому не было как такового барьера в общении. И вообще классно, классно, классно. Потом еще сказал, что Дрю, а мы с вами еще будем 31 декабря вместе играть. О, oh, really? Hey, how exciting! Вот, и... ну, я не знаю, как с ним работалось. Вот он начинает петь, а у тебя невольно вот тут все перестраивается, вот как раз то, к чему ты так стремился всегда, все это заслушивал. Ты все равно же, когда слушаешь, там связка как-то повторяет услышанное. И... это было просто... Я не могу передать эту гамму чувств. Это было, я не знаю, как одновременно ехать от лавины, наверное, с горы на сноуборде, при этом закусывать каким-нибудь мороженым со вкусом bubble gum и слушать какую-нибудь самую классную музыку в наушниках и при этом еще подскакивать там на трамплинчиках, и какие-то воздушные шарики тебя несут по небу, и так параллельно самолет падает в воздушную яму, и тебя так в этот момент. И вот это вот все эти чувства разом, наверное, взятые. Вот оно было как-то так. И я понимал, когда начинался концерт, что... Я говорю, ребята, давайте просто отрываться, мы все равно их не переплюнем. Вот там будет Дрюсерич, он все равно перебьет, ну, он своей энергетикой перебьет нас, поэтому можем просто отрываться в полную силу и вообще даже не думать ни о чем. И да, это было круто. Потому что у меня первый вопрос был, вот мы бэк-вокалисты, мы должны, наверное, так перед микрофонами стоять и как-то красиво петь. Он говорит, нет, делай, что хотите. Отлично, будем делать, что хотим. Будем отрываться. Теперь о мюзикле «Тетрадь смерти». Так. Если бы вам попала в руки «Тетрадь смерти», то как бы вы поступили? Я бы стал карать. Кого? Преступников тоже или? Я не знаю. Неугодных. Было ли? Не, ну меня спрашивали, кстати, вот у нас когда был один из первых концертов по «Тетради» больших, по-моему, даже, наверное, в «Вольте», когда Александра Маракулина представили, был вопрос, вот попалась бы «Тетрадь» в руки, ты бы воспользовался? Я сказал, не задумываясь, да. Был у меня в жизни случай, когда до меня не дошла, мы просто общались с очень близким человеком, который мне рассказал какую-то определенную ситуацию в его жизни. И мне что-то стало так больно вот прям за этого человека, вот прям так аж в животе заболело. И ничего сделать не можешь. И вот тут бы как раз-таки вот... Вот это было бы идеально. Я сейчас серьезно говорю. Это абсолютно вот та ситуация, когда ты бессилен. Вот ты хоть волком вой, хоть в стенку стучи, но ты ничего не можешь сделать, только вот... Либо, не знаю, мафии звонить какой-нибудь, либо вот как-то так. Ну, не было звонков никакой, конечно, мафии. Это я утрирую. Увидев Рюка, что бы вы сказали? Я бы сказал, ну что, я ждал тебя.